Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Время посевов перца неумолимо приближается. Мы еще очень мало сортов с вами посмотрели. И сегодня я хочу познакомить вас еще с хорошими сортами перцев, которые популярны, которые знают многие. Вот, например, перец факир. Чем он знаменит среди садоводов и почему его многие любят? Это скороспелый сорт селекции Западно-Сибирской овощной опытной станции. То есть это сибирский сорт, а значит, если сорт сибирский, значит он выносливый и он может плодоносить в регионах с холодным климатом, с коротким летом. Сибирский, уральский, дальневосточный. Дальше, что о нем пишет производитель? От массовых сходов до первого сбора технически спелых плодов 90-100 дней. Отличается дружной отдачей раннего урожая, хорошо растет в открытом грунте и в теплицах. Что немаловажно, не каждый перец может вызреть в открытом грунте. Если он скороспелый, то значит, посеяв его в традиционные сроки для своего региона, вы можете и в открытом грунте получить хороший урожай вот таких скороспелых перцев. Куст полуштамбовый, полураскидистый, плоды красные, конусовидной формы, массой до 100 грамм, урожайность от 6 до 11 килограммов с квадратного метра. Это очень хороший показатель. Сорт универсального назначения, плоды употребляются в свежем виде и для любых видов консервирования. Устойчив к заболеваниям, посев на рассаду производят за 60-70 дней до высадки. При высадке в грунт на 1 метр размещают 5 растений. Вот что из этого можно сделать, какую выжимку? Вот этот сорт нужно выбирать тем, у кого нет теплицы и нет возможности, например, под какие-то укрытия прятать перцы, открывать, закрывать. Вот такие перцы, как факир, с укороченным вегетационным периодом подойдут для выращивания в открытом грунте. Вы посеете в обычные сроки, как для вашего региона, ну, смотря где живете. Высадите тогда, когда минует угроза заморозков, и он прекрасно даст вам урожай, потому что 90 дней – это очень хороший, короткий срок. Мало таких перцев, обычно они больше 100, 110, 120. Рекомендую вот этот перец факир. Как видите, вы по форме, он подойдет у вас и для фарширования, и пойдет на лечо из-за своего ярко-красного цвета. Плоды небольшие, 100-граммовые, но они стандартные, их можно потом замораживать, конусы вот эти срезать и друг друга такими, как столбиками делать. Он очень компактный и удобный. Я сама вот так его, ну, как друг в друга запихиваешь, как выразиться-то, не знаю. Очень удобно вот именно вот такая форма, когда кубовидные, их очень сложно друг в друга воткнуть. А вот эти, они как стаканчики, входят друг в друга и очень хорошо, компактно хранятся. Все вот этот... Скороспелый сорт факир. Следующий сорт будет в следующем видеоролике.